Привет, ребята! Вам предстоит угадать, куда же пришла Настя и что она там делает. Пишите свои ответы в комментариях. Сегодня Насте предстоит освоить сразу несколько профессий, и все это в одном месте. Получает деньги, выполняя различные задания. Ребята, кто правильно посчитает и назовет все профессии, которые освоила Настя в этом видео, пишите нам. Интересно, на что Настя потратит свои заработанные деньги? Давайте посмотрим. Но для начала еще пару ответственных заданий и пополнение своего капитала. Первое, на что Настя решила потратить заработанные деньги, это молочный коктейль из мороженого и шоколадных вафель. Сейчас она узнает, как его готовят, и поучаствует в процессе его приготовления. Очень вкусный. Еще одно задание. Что же они делают? Теперь Настя доставляет готовую продукцию в супермаркет и опять зарабатывает деньги. Настя сразу же решает их потратить. Она участвует в процессе приготовления шоколадных вафель. Здорово получилось! Немного освоив навыки настоящего художника,
Настя отправляется на задание. Что же она делает? Здесь Настя получает паспорт и отправляется тратить последние заработанные деньги в салон красоты на розовый маникюр. Ребята, мы очень ждем ваших ответов. Пишите нам. Пока-пока!